Всем привет, с вами Темный Ниндзя и Лангрисер Мобайл. Итак, у нас с вами прошло обновление, добавили новых героев, Тирантир и Таблерц. Вот. Давайте познакомимся с этими героями поближе, что они умеют. Так, на момент победы 80, понятно. В принципе, здесь не сильно сложный уровень, поэтому как бы тут... Не сильно прям заморачиваешься с тем, что есть. Да, не с первого раза я смог сделать сразу все доп. Задания. Но, в принципе, быстро понял, как это сделать. И следующее, что мы делаем, мы просто откатываем ход, чтобы можно было ударить и отхилиться, и все. В принципе, не сложно, но не сразу, естественно, дошло до меня, не с первого хода. Ну и давайте второго персонажа. Это уже у нас девчуха, сразить лидеров безликих за 2 хода. Вот здесь я уже, конечно, очень долго думал, как мне с этим справиться. Минут 20 или 30 я потратил на это, пока чисто случайно не нажал на этот скилл и просто не провел по карте и увидел, что оказывается на том, на ком висит этот дебаф, можно атаковать издалека. Это просто чисто случайно получилось. Я уже думал, что вообще такое невозможно, это какая-то ошибка. Но, как видите, никаких ошибок. Все четко. Подводя итоги, вот это вот Таблерц, мне кажется, вообще интересный персонаж из этих двоих. Вот это вот перемещение от одного конца карты к другому, если дебаф висит на враге, это прям пушка-бомба. Очень резко все это поменяет на арене, я так думаю, в PvP. В принципе, император — это тоже Тирантир, интересный персонаж. Вот. Но все-таки, я думаю, Таблерц более будет интересно. И, конечно же, банить будут в первую очередь, скорее всего, ее на арене. Потому что она будет ломать всю систему.
боя. Так, ну и по традиции давайте сделаем потяг. Получится, не получится. Получим, не получим. Не получили, но и ладушки. Надеюсь, видео будет кому-то полезным, интересным. А с вами был Темный Ниндзя. До новых встреч и пока-пока.